ну, там, трогательный какой-то трек про войну. Давайте заценим. Завтра, Слава КПСС. 85 тысяч, кстати, довольно круто, честно говоря. Это прям хороший результат. Ну что, let's go. Да. А ну-ка, давай следующий. То, что сейчас кажется важным, завтра забыл или просто привык. И нечувствительно щит. Ночью при вылазке был взят язык. Нам не важны черепа или трупы. Танки во мнут, дела в чернозем. Я или ты станем завтрашним утром. Туркой в ней закипит кофеек. Кто-то получит какой-то там срок. Кто-то упрямую пулю в живот. За несогласие или согласие. Или молчание, где же стоп-слово. Что должно сказано быть? Ты против них или может за наших? Передвижение войск на экране. В тачке тошнит и я выключу гаджет. Просто болеем, как за футболистов. Наши продвинулись и заебись. Мы отступаем, наверное, плохо. Где-то закончилась чужая жизнь. Мы не ведаем зла. Кончится скоро, мы быстро забудем. Новых напастей навалится сноб. Вирус заморский, трупы на улицах всех городов. Новый Пол Пот убьет несогласных в какой-то стране. Под лозунгом новой великой идеи. Посмертное царство в той стороне. Где или голод настанет? Голод настанет, такое бывает. Как бы это все так объяснить? Когда тупо нет еды на прилавках. Не можешь купить доширак. И так растерянно встал посреди глупого города, глупой вот этой так называемой жизни. А если все это продлится месяцы, годы, то тупо и быстро. Люди привыкнут, люди привыкнут, люди привыкнут, люди привыкнут. Неужели же там до сих пор? И будем заботиться все о другом, о более страшных вещах, что наступают потом. Голод и мора, пока наслаждаемся тем, что как-то да все же живем. Нашим блаженным невинным мирком события вьются венком, и нет ничего страшного сегодня опять не случилось со мной. Готовимся к завтра, к страшному завтра, к невыносимому завтра, к ужасам этого завтра, кошмарного этого завтра. Теперь-то нам стало понятно, в чьи лица хотела собака стрелять тогда автоматом. Теперь-то уж точно понятно, эй, эй. Слава КПСС 2022. Ну, я не знаю, по звучанию реально, что по флоу, как бы, что по инструменталу абсолютно ничего, мне кажется, выдающегося, да, или там цепляющего, но в плане текста мне нравится, что Слава высказал мысль, которая, в принципе, у меня уже давно присутствует, и как бы я рад, что она, ну, репрезентуется в публичном пространстве, мысль о том, что реально, на самом деле, человек абсолютно ко всему привыкает, и умение человека приспосабливаться, да, или, если более романтично сказать, умение вот этого ростка жизни, причем жизни обычной, абсолютно обывательской, бытовой, вот умение обывательской жизни пробивать абсолютно любые трудности, страхи, преграды, ужасы, оно, конечно, впечатляет, потому что начинается ковид, да, мы живем с этим там месяц-два, все боятся, беспокоятся, Cardi B записывает там «Coronavirus, shit is real», а потом через два года все привыкают. Это как будто я реально иногда ловишь себя на мысли, ну вот сейчас этого меньше уже, потому что везде сняли масочный режим, но раньше ты вот ходишь по вокзалу и думаешь, господи, ну это какой-то City 17, ходят вот эти вот команды обработки санитарной, да, дезинфекции, все в масках, постоянные напоминания носить маски, соблюдать дистанцию и так далее. Думаешь, ну господи, какой-то реально просто странный антиутопичный рассказ, в который ты попал, а вот, ну, это реально, это как бы твоя жизнь, и ты с ней смиряешься, и абсолютно все принимают это за норму. Про футболистов тоже хорошая строчка, потом вот начинается вооруженный конфликт, и как бы тоже там проходит месяц, два, три, да, сколько мы уже живем в этой новой реальности, и как будто бы все просто приняли это как данность, да, есть какие-то еще всколохи борьбы, но в целом жизнь продолжается, вот эта обывательская, обычная жизнь продолжается, и нечего добавить. И обложка. Обложка отличная. Обложка отличная. В целом, ну, я рад, что такая песня и такие размышления есть, хотя, опять же говорю, в музыкальном плане абсолютно ничего выдающегося, но здесь, я думаю, не надо. Поэтому это в порядке. Славик в порядке, реально. Мне нравится, что как бы за всеми этими слоями иронии, да, такой защитный, славян может сказать и сказать мощно. Поэтому респект.